Вставать. Я что, мешок с картошкой? Нет, нет, Аманда, просто не забывайте, что у вас больная спина. У меня еще больные ноги. Может, ты будешь носить меня на руках? Аманда, не злитесь. В вашем возрасте нужно беречься. Я ухаживала за собой, когда ты еще была в пеленках. Я сама могу вставать, и сама могу ходить, и не только в туалет. Просто вы сегодня не в настроении. Нет, я в отличном настроении. Ты меня еще не видела, когда я не в настроении. Аманда, куда вы в таком виде? Открыть дверь? Может, это кто-нибудь из моих женихов? Никуда вы не пойдете, пока не оденетесь. Я сама открою. Если это кто-нибудь из ваших женихов, не стоит портить им впечатление. Немного строгая, но добрая. Привет. Только не выгоняй меня, прошу тебя. Но... Ничего не говори, только слушай. Я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты вместе со мной поехала за моим сыном. Ну, Франко. Я хочу, чтобы ты со мной поехала. Скажи мне, что согласна. Я не хочу тебя слушать. Я не хочу тебя слушать. Все. Хотя бы посмотри на него. Это за ним. Я должен поехать. Твой сын? Да. И это твой сын? И Лукас. Да, Лукас. Мой сын. Лукас. Лукас. Да. Подожди меня здесь. Куда ты? Подожди. Я люблю тебя. Пожалуйста, Франко, не надо об этом. Не знаю почему, но я поеду с тобой. Спроси свое сердце. Уверен, оно даст тебе точный ответ. Я хочу найти твоего сына. Я очень признателен тебе, любимая. Не называй меня любимой. Откуда у тебя эта фотография? Она уже давно у тебя? Когда я впервые увидела эту фотографию, я почувствовала, что этот малыш что-то значит для меня. Не спрашивай, что. Но я что-то чувствую, когда смотрю на его фотографию.
А что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь, когда смотришь на фото Лукаса? Я не знаю. Не знаю.